сделаем то же самое, но своими руками. Вообще. Да, ты можешь сказать еще что-нибудь, скажи. Всем привет! Вы на канале Слава Мэрлоу, и сегодня со мной Данил Чока, привет! Привет! И мы, в общем, вам покажем... А пока этот угодум вспоминает, что ему нужно говорить, мы покажем вам реконструкцию бита трека LG360. Поехали! Салют, чуваки, с вами Чок. Сегодня у Славы, короче, чтобы вам заценить кое-что классное, зачем он мне тычет его. Да, чуваки, мы сейчас будем, короче, делать бит из клипа, ну и аудио 360. Да, просто мы, короче, сделаем то же самое, но своими руками из подручных средств. Чтобы доказать, что это так просто и... Да, реально, это просто, алло, камон. Для того, чтобы реконструировать этот бит, нам понадобится пару звуков из какого-нибудь сэмпл-пака, который посвящен Tropical House. И я, в общем, нашел один такой, это типа маримба. Для начала предлагаю вам послушать маленький кусочек оригинального трека LG360. Перед моими глазами только твой вид сзади. Твой вид сзади, как ты. Ну, в общем, мы поняли основной мотив. На самом деле, звук маримбы я нашел в моем виртуальном синтезаторе, который называется Stroch. Если что, качайте, я могу вам его советовать. Достаточно прикольный. Давайте послушаем, какой у нас мотив получился. Ну так это один в один. В начале у LG еще присутствует некая перкуссия, там всякие маленькие барабаны и некоторые, в общем, голосовые фрагменты с реверберацией и сайдчейном. То есть, ну, мы слышим общую атмосферу, которая создана голосом. И мы, в общем, взяли кусочки голоса, просто по мелодике раскидали, и вот такая штука на заднем плане получилась. Короче, просто чтобы дополнить его, чтобы сделать его красочнее, мы это все добавили. Потом вот я вам сейчас покажу перкуссию, которую я добавил в точно таком же порядке, как в оригинальном треке. Я думаю, такие барабанчики, они в каждом сэмпл-паке есть, если вы что-то подобное качаете. Хай-хэт, в общем, добавил здесь. Ну и кик, точно так же, как в оригинальном треке LG. Отлично, отлично. Я смотрел сзади, слева, справа, да. Ладно, вот, послушаем все вместе. Я вас уверяю, что не нужно иметь высшее музыкальное образование для того, чтобы повторить стилистику этого бита. Можно сделать даже не так, как я один в один переписал. Можно абсолютно по-другому это все сделать. Сделал все сам. Я это сделал очень быстро. Это вообще. Да, ты можешь сказать еще что-нибудь, скажи. Короче, чуваки, на самом деле это очень жестко. Я типа, блин, не так сильно шарю в этих всех приложухах, и он это все делает. И для меня это максимально сложно выглядит. И он это говорит, что сделал за 5 сек. Жестко? Подписывайся на канал. Если вы не видели наше совместное видео с Данилом, где мы как раз рассказываем про песни LG 360. Если вы не в теме всей этой движухи там про байт, вы можете перейти, я оставлю ссылку в описании, чтобы вы там подробнее разобрались, что происходит. Колокольчик, подписка. Да, там, вот, если у вас остались вопросы. Да.
большое спасибо за просмотр. Пока эти чуваки тупят, мне хочется вас лично поблагодарить еще разочек. Если вам не помогло это видео, то тебе стоит проверить описание, ведь там ссылка на плагин, который я использовал, и на библиотеку сэмплов. Ого, вау! И на MustBet, конечно. Надеюсь, теперь это видео стало полезнее, если ты пишешь биты. Если ты теперь доволен, то можешь влепить лайк. А в комментариях ты сможешь задать вопрос по данной мини-реконструкции, я на него отвечу, скорее всего. А теперь ты сможешь подписаться на канал, поставить палец вверх, там колокольчик, все дела. И до следующего видео.